империям, да. Путину и прочей хуйне. Да здравствует анархия, да. Саморегулирование и прочее. Я полагаю, у нас довольно давно фашистское государство, потому что у нас все признаки фашистского государства. У нас и цензура, и репрессии, и агрессивные войны, и вот эта вот риторика отвратительная, милитаристическая. И при этом очень громкие крики о том, что мы Россия против фашизма, а вокруг нас враги, которых мы называем фашистами. Ну, фашизмом можно назвать примерно все, что угодно, но реальными признаками фашизма обладает как раз путинская диктатура. И быть антифашистом в России сегодня значит быть против Путина. В нашей стране сейчас, к сожалению, очень пропагандируется очень сильно, в том числе и через телевидение, пропагандируется агрессия, да, внешняя агрессия, очень некрасивая внутренняя политика, направленная на поиск врагов. Мы ведем две войны, непонятно в каком состоянии ведем, мы ненавидим весь мир, и весь мир якобы ненавидит нас, если верить телевизору. Все это плохо, и так быть не должно. Ненависть убивает. Путин фашист! Путин фашист! Путин фашист! Путин фашист! Алерта! Алерта! Антифашиста! Алерта! Алерта! Антифашиста! Бандиры убивают! Путин покрывает! Бандиры убивают! Путин покрывает! За Путина 22! Лишь борьба дает права! Меньше банков, больше книг! Меньше банков, больше книг! Меньше банков!